Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и игра Euro Truck Simulator 2. Как я и говорил, что скорее всего буду записывать все вот эти поездочки по Испании и Португалии, так как мы вообще это DLC долго ждали. Так что думаю, лучше позаписывать видео, как вообще здесь кататься буду. Так, ладненько, сейчас я в городе Акаруния, в принципе, никуда я больше не ездил за кадром, да? Ну, зашибись. Так. Я сейчас посмотрел по карте, у нас, кстати говоря, можно еще доставочку сделать в город Виго, вот он, город Виго, ну, либо Порту, сейчас посмотрим, что можно взять, либо по скайпу еще неплохо бы, так, Карумбака, вот так, вот, есть на Виго, можно отвезти яхту, а тогда следующее уже тогда видео, ну, раз мы рядом с этим городом, да, тем более надо в этот город делать доставку, либо с этого города. Раз мы здесь лежим рядом, тогда уже так. А потом с Виго, ну, я думаю, что-нибудь будет на Португалию, это уже совсем тут близко. Так, вот здесь есть яхта такая. Так, 10. Мне как-то нравится вот это больше. Вообще разницы никакой. Давайте эту возьмем. Либо эту. Без разницы. Ладно, давайте вот эту возьмем. Все, берем тогда вот эту яхточку. И поведем. Как раз таки экран загрузки. Яхта. Так, нам. В принципе, 3 километра. Недалеко. Заводим наш грузовик. Так, срочничка, включаем фары и погнали. Так, еще где-нибудь подремать надо нам, потому что... Ну, что подлагивает-то? Не знаю, на видосе это будет, не будет. Проседает FPS, конечно, но не меньше 60, да? Но было, допустим, больше. А, тут как раз таки портовый город получается, да? Да я знаю, что еду очень долго. Кстати говоря, когда вот я ехал от этого точки осмотра, где вот местность, да, осматривали мы до этого. Меня Драксия вырубила несколько раз. Один раз даже немножко там бордюр цепанул. Ну, как-то FPS проседает, но не меньше 60. Вот 60 держит стабильно. Нас с этого города выезжать, просто тут надо поток движения очень большой. Так, где наша яхта? Как-то тут узенький такой поезд. Открывай хату. Так, вот наша яхточка. Сейчас мы ее заберем и поедем в место назначения. Да я знаю, что ты спать не хочешь, но что ж поделаешь. Негде даже здесь поспать. Так, цепляй быстрее, сейчас надо ночлег искать. Так, что? Сейчас немножко надо так отъедем вот сюда вот. Ну вот как-то так надо. Чем-то нет проблесковый запущен. Может за них сигая глючит? Я попробовал. Вот эти проблесковые маячки, они тоже бывают нагружают. У тебя вообще выдает почти 100 FPS. Сейчас вижу 98-99. 70.
Ну-ка, вот я сейчас без проблесковых маячков. Блин, ну да, ты еще глаза захлопни. Сейчас мы включим проблесковые маячки. Сау FPS спросил. Да-да-да. Скорее всего, из-за них это все есть. Ну да, они же освещают местные же, так что получается, она из-за этого и есть. Так, все, тогда решили проблему с этими подлагиваниями. Это все были виноваты проблесковые маячки. Так. Нам сюда. Такие здесь дороги узенькие вот. Ну, в принципе, мы все вписать. Классная такая яхта, блин, ну такой покататься бы в реальности. Блин, это вообще офигенно. Круто. Реально, на такой бы прокатиться. Поплавать бы. Так, что нам? Нам сюда, да? Типа 70. Так, надо ночлег. Давайте-ка искать, где нам можно будет поспать. Вот, в принципе, если дотянем до этой заправки, вот тут можно на заправочке будет поспатеньки. Так что вот сейчас мы, наверное, как-нибудь доползем, наверное. Фига в меню там почти 350 FPS. Так, что там у нас справа? Справа у нас там помеха. Тут надо пропустить машинку. Нам перестроиться. Так. Город всегда вообще красивый. Офигенно просто еще сделано. Когда в прошлый раз мы сюда заезжали на красоты, так досмотрелся, что даже не вписался. Куда ты? Нифига ты вообще, блин. С левой полосы бах вправо. Вот это водидятлы вообще тут. Так, все, мы сейчас, короче, уже уезжаем из города. Из этого красивого, блин, как вот реально красиво. Вот эта даже разделительная полоса, вот она. Блин, сейчас вот чуть поворот не пропустил. Даже зеленая такая сделана, там всякими вставочками, здесь мост. Вообще, реально. Я просто катаюсь по Испании и просто балдею. Сейчас я, ну, жду, когда в Португалию мы въедем, да? Там вот посмотрим, что у нас. Да, не надо закрывать глаза, пожалуйста. Яхта дорогущая, крупный груз. Так, что у нас там? Ну все, до заправки рукой подать. Все, мы уезжаем из Коруния. Заправочка уже скоро будет. Ну как скоро? Вообще-то еще не очень скоро. Кстати говоря, сейчас еще терминал мы должны проехать, потом там развилка у нас будет. Ну ладно, в принципе, нормально. Вот я сейчас смотрю, все снимают Евротрак симулятор. Либо кто-то стримы, либо кто-то запись делает, да. Вот все, потому что вот реально DLC это очень долго ждали. Теперь мы будем долго ждать, чувствую, сердце России. Ну, пока как бы есть нам чем заняться. Тут как бы много городов надо посетить. Вот и DLC, Иберия. Так, Вига направо, да? Все, едем, едем. Че, извини, чувак, подрезал немножечко тебя. Резанул, так сказать. Так, все, вот сейчас, короче, вот здесь мы развилочку проедем. Блин, ну че вы там? Ну да, движение как бы здесь трафика очень много. Ну, конечно, там можно настроить, вроде машин меньше поставить, но я не буду пока
что делать. Так, все, вот там вот за вот эти синенькими знаками, потом будет уже заправка. Сейчас я чувствую, нам будет штрафы крепать. Так, мы уже, да, просрочили. Мы уже должны лежать и спать. Ой, тихо. Не надо глаза закрывать. Я знаю, это спать. Вот я вижу уже заправку. Да, заправляться, не заправляться. В принципе, плюхнуть немножечко топлива. Что тут, ДТП или сломались? Так, все, вот заправка. Сейчас мы, не знаю, может быть даже зальем немножечко топлива. Тоже заправки так и так встречаются, но по мере движения. Да, плюхнем сейчас немножечко топлива. Потом поеду. Немножко не доехал. Вот в Испании реально такой дешевый дизель. Как бы везде там евро 40 с чем-то, евро 39 там был. Здесь евро 0,9. Вот в Португалии посмотрим ценник вообще сколько там. На 635 евро направились. Сейчас, о, кстати, интересно, вот эта сейчас верхушечка, она поедет сквозь, да, получается уже. Не, смотрите-ка, там тютелька в тютельку прошло все. Так, там сзади ждал водитель, чтобы тоже заправиться. В смысле? Не понял прикола. Во, просто я не доехал до нужной точки. Так, все, ложимся спать. Ну сейчас, конечно, придется. А, ну, в принципе, ночь, да, но уже утро почти. В принципе, вот сколько, 4 утра, 19 минут. О, водитель мне привез почти 4000 евро мне заработал. Водитель молодец, там зарабатывает дополнительными тоже как бы идет денежка. Так, ну что? Поехали дальше. Держим путь на Вигу. Не цепануть бы вас. Ничего. Так, все. Проехали нормально. Так, вот смотрите, видите, да, вот. Ночь. Вообще машин почти нету. Вот одна машина, там полиция кого-то тормознула. Да что такое, пигол стоит. Ну, вторая вот фура. Автобус. Ну, не, ну так катается, конечно, ну, мало очень. Но это очень мало, допустим, днем, здесь трафик намного больше. В основном одни дальнобойщики попадаются тут. Бедного дальнобойщика тормознули там. Так, сколько нам осталось? 100 километров, короче, надо еще пилить. Ой, нет. Вот освещение стоп-фонарей вообще... ночью вообще офигенно смотрится. Вот так вот по зеркалам посмотреть вообще классно. Прикольно. Так, ладно, я там тормозился, пока уже. Уже, в принципе, тихо. Я просто хотел этого обогнать. То и пока тут тормоза загляделся. Какие они красивые, что у меня уже все обогнали. Так, вот уже почти 5 утра. Вот уже 5 ровно. Сейчас начнет рассветать. Да, вот
вот я уже вижу вот сзади по зеркалам уже небольшой рассвет. Так, терминал. Блин, мне надо как-то вправо перестроиться. Ну, конечно же, эти, блин, решили такие умные, сначала в правую полосу, потом раз. А, типа, давайте выше влево. 38 евро за проезд. Нормально. Я не знаю, для легковушек-то слева там можно приезжать. Чего не все это просто? Так, а мне, так я понимаю, направо надо уходить, да? Или нет? Нет, вообще мне прямо. Я бы ушел направо. Нет, не прямо. Мне... Или все-таки туда. Блин. Как там дорога-то идет дальше? Что-то я вообще не понимаю. Так, едем, 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 едем. Ну, в принципе, здесь как бы можно по этой дороге, можно по этой ехать. Ну, давайте, как показывает нам навигатор, свернем сюда. Только я не вижу вообще смысла. Сюда, если можно было и там проехать. Рио до Виго. А это что, Порто? А, ну, так. Здесь когда получается вот мост. Я не понимаю, в конце они все равно встречаются вместе или нет? Нифига не встречаются. Я хочу этот мост запечатлить. Сорян, чуваки, давайте немножечко постоим. Поехали. Спасибо за ожидание. Я не понимаю, смысл тогда вот я сейчас заезжал, если можно было слева по этому проехать. Сейчас один фиг я вот выеду опять сюда. Вот я опять выехал сюда. Почти не понимаю. Если можно там было, помню, ну ладно, в следующий раз здесь поеду. Так, мне надо перестроиться, потому что мне туда не надо. Куда вот, если немножечко не туда свернул и уедешь, фиг знает куда, чтобы опять вернуться обратно. Хотя тут можно, если что было, вернуться обратно. Вот если... А, ну если только так это сверху идет, а это снизу, ну, скорее всего, может, и нельзя было. Так, а мне куда? Я не понимаю, вообще, Виго, вот он, город. А мне как-то немножечко сюда, в этот край. Кстати, нам надо в Испании купить гараж. Вот я сейчас увидел гараж, как бы Виго мы не будем покупать, потому что это вообще как бы немножечко далековато от центра Испании. Я так поближе бы к Мадриду что-нибудь купил бы, либо вообще в Мадриде. Ну вот надо добраться потихонечку нам и там купим гараж. Потому что в случае чего обновления, да, какого-то, ну, с юга Франции уже как бы далековато будет добираться. Вообще куда-то тут. Вообще 50, я тут 90 шпарю. Тем более с дорогущей-то яхтой, а? Так, нам все прямо. Держим курс прямо. А что это тут? ДТП что ли? Нифига вы тут вообще вас плющит. Жесть. Так, осталось тут. В принципе, я думаю, вот я вижу уже разгрузку, все. Так, сейчас нам надо правее держаться. Здесь что-то опять случилось. Вот я смотрю, добавили вот этот Рено новый, и очень часто встречается, тем более в Испании, в Португалии. Не знаю, даже может прикупить, попробовать прокатиться на нем.
просто хотелось посмотреть. Оп-оп-оп. Так, ладно, сейчас мы гараж накупим туда, потом там, ну, в принципе, сейчас быстро деньги накупим. Как бы если, ну, почаще кататься, тем более еще водитель. У нас тут, ну, немного, конечно, зарабатывает, но заработок от него идет какой-то. В принципе, там постепенно же уровень повышает, там уже дальние поездки, там все такое прочее. Бусик. Ну куда ты поехал? Ну ладно. У меня сегодня хорошее настроение, добрый. А-та-та-та-та-та-та. Там что-то цепанул. Видишь, да? Так, вот такими тут винтолями мы, в принципе, добрались. Так, вот тут что-то как-то не очень красиво, но тут какая-то промзона, что-то такое. Город-то там был правее, надо было ехать, а мы уехали левее. Так, сюда нам нельзя, кирпич. Нам вот куда-то сюда вот. Да, вот-вот-вот. Чё тут какое-то, вообще не знаю, зачем тут яхта-то? Так, ну что, разгрузимся, так. Был бы у меня реально руль, бы я мог бы там вот это повыстёбываться рулем туда-сюда покрутить. Просто на геймпаде вот если так чуть-чуть крутить, нормально. А если как бы выкручивать руль больше, уже как бы жестче это. Стой, блин. Так, все, разгружаемся. Так, показать результат. Ага, за бонус перевозки дорогостоящего груза мне еще добавили, хрупкого груза еще добавили, опыт и бабки медали, так что круто. Ну да, вот чем ты больше прокачиваешь там навыки свои, да, вот допустим, вот бонус навыка, что уровень 25, там уровень 6, там то все вот это. Да, все вот это можно лишнее получить. Уже 10 городов. Так, вот опять доставка мне не зачитала. Было 7, так и осталось 7. Сохранить игру. Так, ну что, доставили мы груз. Глушим наш грузовичочек, ставим ручничочек. Так, доставили мы город Вига, но почему-то доставка нам не засчиталась. Я думаю, значит, следующую мы доставку сделаем, нам опять как бы засчитается. Ну, как бы так получается, как бы с какой-то задержкой там, что ли. Может, там пока между серверами и игрой там произойдет обмен данными, ну, тем более с этим порталом World Tracks, там, может как-то так. Ну это ладно, как бы поездки все равно засчитываются, как бы позже там, ну, сразу уже по две тогда получается, когда следующую доставляешь. Так, теперь мы в Вигу находимся, значит, что у нас тут? До Португалии, вот. Я вообще, вот, получается, на границе с Португалией, вот, город Вига. Вот она Португалия, вот Порту. В принципе, сюда нам надо доставку сделать тоже. Можно, в принципе, и доставить. Будет следующий видосик, как раз таки так сделать. Ладненько, на этом тогда закончим. Спасибо вам за просмотр. Ставим лайки, оставляем комментарии. Обязательно подписываемся на канал. Поддерживаем канал лайком и подпиской, это обязательно. Не болейте, будьте здоровы и счастливы. Все, всем пока-пока.